что приносит с собой новоуренгойская зима. Снег, холода и новую коллекцию одежды в магазине «Мафа-Нур». Зимняя коллекция у нас уже представлена. Это и обувь с натуральным мехом, только резиновая подошва и пуховики с хорошими наполнителями, да, с теплыми, именно предназначенными для нашего региона. И, конечно же, очень большой ассортимент именно трикотажных изделий, чтобы никто не замерз, чтобы всем было комфортно и тепло. Да, именно так. Одеть с ног до головы – это про «Мафа-Нур». Многих, кто приходит сюда постоянно, привлекает и сам живой шопинг, и возможность пообщаться. А уходят отсюда не просто с одной-двумя обновками, а с целым капсульным гардеробом. Модницы знают, как важно, чтобы вещи сочетались друг с другом и с аксессуарами. Продушная обстановка. Всегда подскажут, всегда расскажут. Качественные вещи, стильные вещи. Девочки всегда и образ подберут, и посоветуют, какая лучше модель сидит. «Мафа-Нур» приглашает вас окунуться в мир моды и стиля. В нашем ассортименте есть все, начиная от верхней одежды, заканчивая обувью. Мы сотрудничаем с российскими фабриками, с турецкими. В начале 2023 года мы также запустили свое производство. Цех у нас находится в Бишкеке. Также мы представлены на таких площадках, как Wildberries. А отследить новые коллекции и увидеть, как все это сидит на моделях, можно в телеграм-канале. Добавьте сюда широкий ассортимент повседневных, офисных и вечерних нарядов, и ваш идеальный образ готов на любой случай. Кстати, одену тут и дюймовочку, и пышку. Всех ждем, приглашаем в наш магазин, всем подберем образы. Размерная сетка у нас достаточно широкая, от 42 до 54 размера. Причем модели, они все молодежные и соответствуют всем трендам сегодняшнего дня. Открыт магазин с 11 утра и до 9 вечера, когда в основном у большинства горожанок заканчивается рабочий день и можно отправляться за покупками для себя любимой. «Мафа-Нур» находится в торговом центре «Спутник» по адресу улица 26-го съезда КПСС 7D.